Всем доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий. И это игра Несить, понимаешь, да? Игрушка типа Агарио Слизарио. Короче, вот в таких вот типа такой игры. Только она, судя по всему, без интернета, только на компьютере. Итак, нас спрашивают, как нас зовут, мне нужно выписать пропуск. Давай мы просто напишем Даниве. Дмитрий. Дмитрий меня звает, интер. О, нихрена себе, меня даже тут написали, прикинь, да, в транслате. Настройки. Играть. Тут можно, судя по всему, выбрать уровень, да? Давайте мы начнем с самого начала эксперимент. Доводилось когда-нибудь червем управлять? Да, естественно, каждый день управляю. Что ты думаешь-то? А, кликать надо, что ли? Неважно. Там все просто. Ползи стрелками или васт и жми shift, чтобы прыгать. А, самую большую кнопку на клавиатуре, видишь? Ага. Но я нажал на мышку. Ух ты ж, нихрена себе, как. Смотри, как я всех, да? Ты дай мне сожрать тебя, эй, товарищ. Ну, блин. Ну, ёлки-палки. Ну, давай, как эти здоровые какие, куда я их буду девать-то? Так, Жека, прекращай издеваться над людьми. Бразильская система, кажется, не сработала. Может, еще разок? Нет, никакого лишнего стресса, начнем с яйца. Давай начнем с яйца. Как скажешь, поехали. Ну, поехали, давай. У меня нет ног, но мне нужно идти. Странная шутка, но... Да. Геймпад, клавиатура или мышка? Понажимай там чем-нибудь. Ну, понажимал. Эй! Да уйди ты со своей... О! Так, я ползу и ем... О! Жми стрелку вперед, чтобы ползти, а стрелку влево-право, чтобы поворачивать. О, я быстрее ползу, прикинь. Во! Я так лучше ползать буду. Нихрена себе, я от ягод разросся, блин, смотри, а. Смотри, какой здоровый стал. Ползать шлангом слишком медленно, чтобы разогнаться за позором. Да, червь может Пробел продолжить. Да, червь может изогнаться, извиваясь, как змея. Отпустите стрелку вперед и плавно чередуйте нажатие стрелок влево и вправо. Попробуем? Естественно. Ничего себе, я вообще даю, да? Вот это вообще козырненько так, да? Мы как змея, короче, извиваемся и ползем гораздо быстрее. Пузо об асфальт трем. Семечки, что ли, какие-нибудь насыпанные, понятно. Опа! Какие ягодки уже большие. Сейчас дерево спилим нахер. Пусть все и будет вообще все четко. Оп, победа! Четко, отлично, диплом магистра по раскачке ваш. Вы должны... Так и должны ползать. Вот так и должны ползать червь. Грациозно, как неплохо. Всем поначалу тяжело, но я не успел прочитать. Естественно, тяжело, если так быстро будешь писать и говорить, то я что, буду как успевать? Так, следующий уровень, давай, следующий уровень. Светлячки пролезли в бокс и... А, красный... Сейчас. Типа нужно погасить светлячков только красным. Чё за нацизм? Чё это за ерунда? Хозяйкин заметку. Червь кусает только то, что сможет проглотить. Смотрите на жвалы. Он раскрывает их, когда рядом есть что урвать. Отлично, давайте мы будем смотреть на жвалы и... Есть мы будем, наверное, всех, блин, можно, да, есть? Я же говорю, всех можно есть. Мне подрасти, а потом уже это... Красные жучки — это божьи коровки. Зажмите и держите Alt для выброса в кровь адреналина. Это замедляет время и подсвечивает все съедобное. Отлично. Ух ты ж, блядь, я на пробел нажал, просто пробел это... Не, наверное, на стрелочке лучше будет удобнее, потому что... если так, то на пробел нажимаешь вместе с альтом. Нихрена себе, он жвалы открыл, потому что он может съесть его. Смотрите, говорит, на жвалы. Он, блин, может его съесть, то что... Да ёлки-палки, он открывает жвалы и не грызет его. Почему? Что я должен делать? Как я буду смотреть на жвалы? Почему я должен им доверять? Объясните мне, пожалуйста.
Так, съедим сейчас всех божьих коров, как глядишь, и светлячков убивать не надо будет. Потому что почему? Потому что спать здесь некому будет. Червь вырос и стал неповоротливым. Держите стрелку вперед и катерыл. Катерыла. А, во время раскачки... Блин, я забыл, что такое контрол, короче. Во время раскачки червя повороты станут резче. Да ладно. О! Четко вообще. Ты гляди, короче, я вообще даю. Ты скрази его нахрен. О, ничего себе. Вот и все. Вот и приплыли, блин. Светлячки, надо разобраться со всеми светлячками. На них указывают маркеры по краям экрана. Отличненько. Я рад. Так, этому я, по-моему, все отгрыз, все, что можно было. Ну ладно, поползли вон туда, на маркер. Я вижу, он там, он слева. Это я тоже, судя по всему, отгрыз. Поэтому мы плывем дальше. Плывем, плывем. Ну, не плывем, мы ползаем вообще, да? Что за правда получается? Мы, короче, с червяка играем и жрем светлячков. Отлично вообще. Супер, светлячки кончились, и красные могут поспать. Те, что выжили, конечно. Но это мало их выжило, поэтому можно даже не заворачивать. Можно их тоже сожрать. Ой, Жек, смотри, мы забыли выключить. А, включить одну кормушку. Не включать. Сейчас включу, 5 секунд. Да вы не бил, написано, жветь не включать. Заработал, судя по картинке, сейчас полезу. Тли. Ура, ёпта. Тли. Да ёлки-палки, Интер пропел, ничего. Не пропускает. Да мне нужно все уже, дайте. Ух ты, беленький, такие милые. Жека, я же подписал, не включать. Это экспериментальные тли, их рано подавать в бокс. Пробел, следующий уровень. 1000 гвоздей микроскопом. Белые тли пробрались в нижний бокс и расплодились. Кто полезет прибираться? Кажется, Дмитрий. Жеку бы отправить, но он успел куда-то смыться. Хорошо. Чтобы не скучать, забросим в бокс еще несколько червей. Пусть победит самый прожорливый. Блин, вот спасибо, ребята. Ты такой добрый, я мотал вообще, а? Профессор долбанный. Ты чем там занимаешься, профессор? Я всем расскажу о твоем нелегальном бизнесе. Разводит тут червяков. Тлю скармливает. А, самое время немного попрыгать. Зажми и держи стрелку назад или клавишу Shift, червь прыгнет, когда ты отпустишь. О, нихрена себе, ты гляди, да? Вот это четко, блин, вот это да, вот это я даю, вот это я прыгаю. Оу, ребятки, сегодня ваш день, нам. Опа! Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Плывем. Твои конкуренты зеленые черви. Не бойся, они не едят червятину. Понятно, это хорошо, что они не едят червятину. Да, логично. Есть они. А, супер, зеленые утерлись. О, Жека, ты что здесь делаешь-то, елки-палки? Ты ж сбежал нахер. Хевил снизу пылился. Жека, где пропадал? Вот именно, я тоже хочу спросить. Пробирки мыл. Падла, а? Ленивая. Сам накосячил, и еще и убежал. Ну ладно, давай на следующий уровень. Юху, инкубатор-вечеринка. Все вылупляются из яиц. Кто-то становится взрослым, а кто-то праздничным угощением. Продержись 60 секунд, и мы напишем об этом в местную газету. Хорошо. Кто успел, тот и съел. Славно, давай. Опа! Иди, я сейчас спрыгну. Все. Доигрался. Блять, да ладно! Да ладно! Попробуй агрессивнее отнимать еду у зеленых. Ну или просто спрячься куда-нибудь. Спасибо за совет, блять. Вообще спасибо огромное за совет. Ты это аккуратней, да, меня и. Дайте мне вырасти, это вырасти мне, дай! О, червяк, черный, иди ко мне. Да ёб твою мать, да ладно, ну ты чего, эй. Так, я так понял, нужно просто-напросто подбираться с... Да ползи ты уже, ёжик, посади же. Так. Ай, зеленый, я так понял, зеленые меня не едят, да? О,
Опа! Опа, мы сейчас, короче, нажрёмся, отожрёмся как следует. Блин, кнопочками этими неудобно, как вообще кошмар. Влево-вправо, влево-вправо, всё время путаешься, где лево, где право. По сути, ими ползаешь и управляешь. Жёстче кошмар, как привычно и неудобно. Ну-ка, ну-ка, иди ко мне. Оп! Такс. Мы сейчас отожрём. Опа! И всё. Победа! Победа, говорит! 60 секунд же надо было продержаться-то. Нам вообще здесь можно было никого не жрать. Можно было просто в уголок спрятаться, да и сидеть. Да, правильно? Правильно я говорю. Оп! Сейчас я наем вот этого червячка, оно мне очень нравится. Очень-очень-очень сильно нравится. Всё. Отлично, следующий уровень. Я смотрю, вы неплохо освоились. Настало время показать вам одну специальную технику. Выдать световой меч и набор сюрикенов. Да смешнуть такое не могу, прям пиздец. Ну почти, я покажу технику резких поворотов, без которой вам придется туго в следующих боксах. Эй, я уже все показывала. Ну что за дела? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, да-да-да. Ну-ка, ну-ка. Резкие повороты, прием специального назначения. Я умею, это вот так вот берешь. Зажмите стрелку вперед и попробуйте раскачать червя, не отпуская ее. Все станет резко извиваться, словно комариная личинка. Ага. Ну это то же самое почти. Это же почти ничем не отличается от контрола. Хорошо, теперь жмите вперед. Кстати, можно контрол уже во время поворота, чтобы нырять в стремительные виражи. Я буду считать успешные попытки. Оп! Я все понял. Толя, здорово. Что надо-то? Так, выбросим адреналин в кровь, балуетесь? Ну-ка, покажите. Ну, на. Ну, и чё? Неплохо. В драке адреналин дает немного времени подумать о вечном. Хорошо, мне как раз этого не хватало. Последний прием. Если зажать кнопку прыжка и не отпускать ее, то червь не прыгнет. Просто сомнется, а потом расслабится. Попробуйте сделать это на скорости. Победа! А что мы делали-то вообще? А, обучение? Серьезное испытание. Да ладно, ну не надо, ребят. Ну я только, блин, расслабился. Что ж, сезон охоты на червей открыт. Ура! А для справки, зеленые черви безобидные. Черные опасны, если встанешь между ними и их едой. Красные агрессивные, хотят. А, едят в основном других червей. Ты красный, съешь их всех. Вот ты какой щедрый чувак, а. Так, я, значит... Блядь, ну ты как-то меня... Блин! Не ешь меня, бляха-муха, я красный червяк. Меня вообще есть нельзя. Ты чё вообще такое-то? Блять, ну я специально ему прям под... Блять, прыгнул, да? Да ёб твою мать, да ты всех сожрать решил, падла. Ну-ка, иди ко мне. Оп! Ебать, да ладно, не-не-не-не-не-не. Пойдем тлю пожрем уж. Блять, ну ты, ну ёб. Да ну нет, так неинтересно, да. Сначала нужно сожрать вот этому вот, вот. Оп. Потом вот этому вот. Потом блоху вот эту сожрать прыгающую. Куда же ты меня прыгаешь? Ты иди сюда. Вот. Потом ползти вот сюда. Потом вот сюда вот чуть нажать. Тут я не знаю, что это такое вообще, но мы нажмем. Опа! Мы сейчас отъедим столько так.
у всех черных. Главное, не перекуси, я так понял, тут если он мне перекусит, то мне будет очень плохо. Правильно? Правильно. Поэтому не нужно давать ему что-то мне перекусить, да? Нам осталось всё на всё. Троих червей осталось съесть. Оп! Одного червяка осталось сожрать. Иди сюда. Главное, чтобы он меня не перекусил, ни хрена я не сдох, да? Рано! Восхитительно было, не просто не так. Ну да, я с какой-то с четвертой, с пятой попытки. Пожалуй, хватит насилия. Устроим соревнование на скорость, выигрывает тот, кто первым проходит два круга. Круг это 5 чекпоинтов, которые нужно активировать один за другим. Кстати, чем червь длиннее, тем он быстрее ползает. Готовы? Я ожидаю от вас хотя бы второго места. На старт, внимание, марш! Ну погнали! Да почему я второй, третий-то вообще, а? Эти вон отжираются потихонечку. Да ёб, не мешай, ну ёлки-палки, ну почему ты ползёшь-то так, а? Через жопень. Музыка вообще четкая, я прям вообще прям, ох, какая классная музыка. Опа, светлячок, иди ко мне. Да где эта точка-то, ёлки-палки? Ну там где-то, судя по всему, правильно? Да, вот она. Красная — это же ведь точка чекпоинтов. Ну логично, в принципе. Явно не красные черви. Тут, ёлки-палки, еще красных червей сюда осталось посадить. У нас же ведь хватит говорить насилия. Мы едим не червяков, а светлячков. Отлично, насилия нет. Первый круг, отлично. Да, естественно, отлично. Я сейчас всех затащу. Ты говоришь второе место, я сейчас буду первым. Я в любом случае должен победить. Я же ведь это не зря тут. Я в гонке, блин, в детстве играл только так. Вообще Need for Speed, Most Wanted, там Underground. Мы сейчас вообще все. Оп, мы сейчас как прыгать начнем. Оп! Мы сейчас только так будем разгоняться. Ой! Кстати, какая ерунда-то была, да? Ты видал, да? Я тоже видал. Это, короче, жук-лось. Это олень, как он там, рогатый. Я хрен его не знаю, как он там называется, рогач какой-то там, он там. Ну, в общем, если знаешь, как он называется, напиши в комментарии, и будем знать, как он называется. Так. Под офигенно классную музыку мы заползаем первый на чекпоинт и выигрываем. 2-2-6-6. Первое место великолепно. Респект тебе, чувак, говорит. Отлично. А, пробел, говорит, нажми. Так, хвосты для одного бесчеловечного эксперимента. Нам нужна пачка хвостов. Только, пожалуйста, никого не убивай. Обязательно. Типа я должен 40 хвостов... А, нихрена себе, а как я их буду ловить, хвосты эти? Да ёб твою мать, ну естественно. Так, давай мы просто отожрёмся. Вон там какой-нибудь тлёй есть, тут тля, нет? Чёрные не нападают на тебя сами, но могут кусить на пути к еде. Хвосты — это тоже их еда. А-а, то есть если я им оторву хвосты, они начнут ползти к хвостам, да? Блять, уйди! Опа! Мне нужно есть только хвостами. Немножечко осталось, жветь. Блять! Не-не-не-не-не-не! Эх, и муха, 28 хвостов уже было, жветь. Я хищник, нах! Да бляха, муха, 6 съел. Я просто подожду. Бляха.
подожду вот здесь вот. Да они все друг друга пожрали, ну что за ерунда-то, а? Поползли отсюда, короче. Так, мы ползем прямо на черного червя. Нам не нужны червяки, нам нужны... Нужна тля. Ну, естественно, немножечко червячков. Так, стоп. Не уползай ты от меня, ёлки-палки. Иди ко мне. Иди ко мне, моя любимая. Я только благодаря тебе расту. Не пищи, ты будешь счастлива. Мать твою, специально к нему пополз. Давай, ползи, иди же писать. О, вот мой хвост тоже. А мой хвост тоже считает, да? Жалко, что я свой не могу съесть. Кабы, короче, сейчас меня не сожрали. Хвостов. Нет, головы у нас уже есть. Не нужно никого убивать. Стригите хвосты. Я вам чё, блядь, садовник, что ли? Стригите хвосты, говорит. Он меня просто откусил. Не нападают. Это самое смешное вообще. Не нападают. Не нападают. Она, блин, меня вон голову взяла и откусила. Сами не нападают. Они нападают еще как, блин. Походу, даже ты об этом не знаешь. Ладно, мы за ним не поползем, мы съедим вот тут тлю. Ну, возможно. Да дайте съесть тлю-то, эй! Чего она такая вся большая-то, я не пойму. Да ёб твою мать! Семь хвостов, чуть-чуть еще. Да не надо меня жрать! Еще чуть-чуть, дайте хоть чуть-чуть откусить. Дай куснуть, куснуть, дай куснуть, дай куснуть, чуть-чуть, хоть немножечко. Да, 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 да. Спасибо, ребятки, всем спасибо, отлично. Прекрасные новости, мы научились контролировать процесс кладки яиц у червей. Осталось придумать, что с этим делать. Ну да, не ешь меня, внученька. Чтобы отложить яйцо, червь должен немного подрасти. Начинайте. Музычка вообще кайфовая. Червь должен немножко подрасти. Хорошо, сейчас подрастет. Черепушка от наушников болит. Блин, опять пробел нажал, прыгнуть хотел. А что он может мне сделать, интересно? Он может меня, да, взять так это и откусить мне жопу мою? Наверняка же ведь может, да? Так, это я не могу откусить. Так, там красные червяки, что ли? Ебона, мама! Не-н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 е
ем этих жучков, паучков. Они, бляха-муха, несъедобные. Они несъедобные. А, съедобные, гляди. Я тоже прыгать могу. Оп. Я почти как блоха, только черная и длинная. Девочка созрела! Ура! Нажмите стрелку вниз, не отпуская, быстро чередуйте. Нажатие стрелок влево и вправо. Выкакал, короче, да? Отлично. Эй, уйди от яйца! Опа! С днем рождения! Спасибо! Отлично, давайте попробуем провернуть это еще разок. Блин, опять на пробел нажал. А, то есть я за вот этого ползать сейчас буду?
Отлично вообще. Да иди сюда, ты елки-палки. Сколько я за тобой ползать-то должен уже, а? Опять на пробел нажал. Хотел прыгнуть. Я, блин, на пробел на этот тык. Вот так, по-моему, гораздо быстрее перемещаться. Я ж хищник, блин. Я должен выпрыгнуть. Блять! Это что, я должен еще и откладывать яйцо заново? Что? Да ты угораешь, что ли? Ну ёб твою ж дивизию. Пойдем тогда красных червей сразу к херам сожрем, чтобы они... Блять, они ж нападают. Опять на пробел нажал. Да ёлки-палки, я уже в кнопках путаюсь. Дайте мне немножко спокойствия. Да, блядь, я ему откусил по самой не балуйся, а он живой остался. Да каким образом его надо тогда жрать? Мне, по сути, вообще жрать не надо, но я хочу его сожрать, чтобы он это... Какой ты меня догонишь, да? Манда Ивановна. Попробуй догони. Я сейчас выкакую свою дитю и будешь потом, блядь. Ты меня не бойся, я все равно тебя сожру. Еще вот с этой стороны должно быть. О! Оп! Оп! Ты угораешь, что ли? Да нет! Мне не надо! Оно меня сжирает, эй! Да блять, ну ёб твою ж мать, твою мать, твою мать, твою мать. Давай, ладно. О, ляхмуха. Зелеными можно же ведь питаться, правильно? Они же мне ни хрена не делают, правильно? А красные могут мной питаться, поэтому мы не будем туда... Да я ж ему тоже! О, ляхмуха, попить не могу. Сука. Да каким таким раком-то? Мне где зеленого найти? Опа, вон он зеленый ползет. Благо маркерами показано. Сейчас он его красный сожрет, и я все, как я его буду это. Я ж говорю, елки-палки. Надо с самого начала прям ползти за этим зеленым. Они ж сразу. Большие, смотри, какие появляются. Смотри, какие они большие. Оп. Фонарь долбанный стоит еще. Какая девочка созрела? Я вообще-то не девочка, я мальчик, мать твою. А ну иди сюда, говно собачье. На нах, на нах. Ползи отсюда. Ползи скорей. Выкакай, пожалуйста, уже ребеночка, и пусть оно само развивается, а ребеночек пусть сам рождается. Главное, чтобы они яйца не ели мои. Соплюшки замочили, блин, опять на паузу нажал, случайненько. Так, с днем рождения! Спасибо, я... Бляха-муха, опять паузу нажал. Одни красные черви, что я буду делать с ними? Типа, я должен вот этим еще раз развиться и родить еще раз, да? Я даже тебя сожрать не могу, Я настолько беспомощен, что даже не могу блоху съесть, елки-палки. Может, вот это хоть чудо я съесть могу? Да ну нет, ну иди. Опа, все. Красота. Дайте божьих коровок, пожалуйста. Тиже, позатиже. Ты будешь меня ла... Оп, молодец! Ну иди ты нахрен, я вообще-то за божьей коровкой ползаю.
это задолбало меня уже, ёлки-палки. Ползи уже, иди же, пассатижи, ну. Я сегодня рожу или нет вообще? Ты так быстро не прыгай, я тебя не догоню тогда. Да ладно, я ж тебя куснул тогда. Бляха-муха, я красным червям не хочу подползать, понимаешь? Не хочу подползать красным червям, чтобы они меня просто взяли и сожрали. Потому что, судя по всему, моей мамки нет уже, да, в живых? Если бы она была, она бы уже... Она ж черная, она не съедает никого, понимаешь? Да, она не ест никого, она безобидная. Она ест только если у нее еду отбирают. Она, блин, не это же, ведь. Не нападает, а там красные, они всех сжирают. Их надо вначале самого поперебивать, чтобы хотя бы половину меньше стало. Че мне теперь тлей питаться, что ли? Даже тли нету, понимаешь? Всю тлю даже перебили, походу. Все, не убежишь от меня. Я, блин, опасный червь, я ем блох. Все, вообще, сейчас я... О-о-о! Сегодня мой день, точнее мой день. Все, блоха, это сегодня мой день, я сейчас. Опа! Вот, ура, елки-палки. Самое главное высрать это яйцо и вообще, чтобы потом особо не это. Главное, чтобы меня потом не убили, пока это яйцо не вылупится. А мне что теперь? А, ну все теперь. Ну вот теперь ты внук первого червя. Спасибо. Знакомый бокс, не так ли? Ну, наверное. В опасных ситуациях лишняя секунда на размышление — это очень много. Не забывайте про адреналин. Покажи им, кто здесь главный. В общем, я... все. Иди же, пассатижи! Опять! Да, а что я должен делать-то, эй? А не видал, какие здоровые-то? Мне всех четырех червей надо сожрать. Они же нападают все-таки. Я здесь единственная жертва вообще. Да ёб твою мать, я ни одного червя ни с кем так не Так, ладно. Ну, в любом случае, что-нибудь-то съедим, да, блядь? Только ни хрена мы не съедаем, мы уменьшаемся. Бляха-муха, ну не надо к нему ползти, значит, так. А тут еще один! Я думал, это просто какая-нибудь защита. А тут просто подсказочка. Да не надо меня жрать, ты иди, твою мать. Так, ладно, мы сейчас все сделаем, все как. Бляха-муха, как надо, все сделаем, да? Мы все как надо сделаем. В любом случае. Да ну, елки-палки, они все на меня ползут, как я тебя. Как я его отъем-то хоть что-нибудь, да как у него от... Подрос,
Сейчас не ели, как будто открыт сезон охоты на блох, а ты, как назло, одна из них. Попробуй соскочить с этой вечеринки, пока не поздно. Сними верхнюю часть бокса, там говорят кофе. Кофе бесплатно наливают. Сейчас выползи, двигай ее стрелками на нос. Используешь прыжок, а он на тебя прыгнет и уже.
Ответен, но побег за минуту. Ура! Золотая симпатичка спасена! Ура, едить твою мать, я так рад, прям не могу. Дмитрий, нам нужен ваш тонкий вкус и чувство прекрасного. Мы разработали питательную субстанцию для червей. Мы называем ее жижа. Способность самостоятельно поглощать мелких насекомых, балансируя свой состав нужными микроэлементами. Фу, Жека, оно шевелится. И оперативно размножаться. Нужно оценить ее вкусовые качества. Грубо говоря, съесть на запись экспериментальную порцию. Попробуешь? Бе. Да я сейчас не попробую. Конечно же, вкуснятина такая, да? Мы же тем более за красного червяка играем. Это же вообще самое то. Так, главное, судя по всему... Блядь, ну ты красный червяк своих не ешь! О! Самое главное, это успеть съесть этого зеленого. Опа! Прыгни, ебать, прыгни! Ты че, я здесь забыл, эй? Говно. Музычка вообще четко тут, конечно. Сейчас, короче, мы затащим. Мы сейчас разрастемся до невъебенного огроменного червяка и сожрем все, что здесь вообще было бы будет и когда-нибудь может, могло было бы быть. Главное, чтобы нам жопу никто не откусил-то. Потому что я, например, ее не вижу. Ебать! Ебать! Уменьшение, уменьшение! Да ладно! Херасен! Ебать! Она меня укусила, короче, откусила мне жопу по самой не жопу вообще. Жри ее нахуй, жри, 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 жри. Здорово, нахуй. Какое уменьшение, я ее сожрал, блядь. Она что, меня изнутри разъедает, что ли? Что самое, кстати, интересное. Кто быстрее сожрет, блядь? Какой нахуй провал? Как она меня сожрала? Давай, нет, да? Уменьшение, ебаный.
Каша снова без комочков, хозяйки на заметку. Да ладно, а где все остальное-то ее? Она же большая была. Как вы оцените питательную ценность жижи под колет? На вот 10 охуенная питательность. Она меня сама чуть не сожрала. Я не... О, да ладно, все что? Концепция дизайна, Олег, программирование, Олег. Свежий — это, как правило, только что убитый. Ошибся, значит, поправит, или это опять будет забыто. И я не хотел бы, но тут уж бой. Что-то не нравится? Вали, вали всей толпой. Еда, какая же мы еда. Я не хотел бы, чтоб так было, но для меня так было всегда. Четко, четко. Титры кончились, да. Вы можете нажать Escape и вернуться в меню, либо подбивайте. Есть, да, нет, это как правило. Ну даже, видишь, даже как... Я не знаю, как можно есть как и при этом не убивать. Вообще. Есть, это как правило. Красава, конечно, спасибо, ребят, за игру. Отличная игра, мне понравилась. Скачивайте, короче, я даже ссылку оставлю. Если что. Вот. Давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.